Приветствую всех! Сегодня покажу вам один рецепт, с которым я познакомился совсем недавно. И я решил его приготовить. Это испанский мармелад, который очень хорошо подойдет к десерту, а именно к сыру с белым или красным вином. Поехали! Для рецепта мне понадобится 1 кг сахара, 1,5 кг айвы, 1,5 лимона, корица 1 штучка и 1 бадьян, 150 мл воды. Айву я очищу от кожуры, выну семечки и порежу на небольшие кубики. Так, айву я очистил. Разрезаю ее на 4 части. Вырезаю сердцевину очень аккуратно, потому что айва очень жесткая и нож может соскользнуть. И нарезаю вот на такие небольшие кубики. Итак, всю последующую айву. Айва моя готова, в смысле порезанная. Засыпаю ее сахаром, добавляю сразу корицу и бадьян. Воду и лимонный сок пока не добавляю. И отправляю на плиту. Я айву время от времени помешивал. На плите она у меня стояла при включенной конфорке из 9 возможных на троечке. Сейчас сахар полностью растворился. Я снял крышку, добавил температуру. Сейчас добавлю 150 мл воды, дам закипеть, накрою крышкой, убавлю температуру и буду еще примерно минут 40 варить. Мне нужно, чтобы айва моя стала мягкой, чтобы я ее потом мог измельчить блендером. Ну вот, айва закипела, накрываю крышкой и убавляю температуру на двоечку, чтобы она у меня потихонечку варилась. После 40 минут кипения айва стала мягкой. Для удобства я ее перелью в кастрюльку, чтобы я ее мог спокойно пропюрировать. Корицу и бадьян я вынимаю и выбрасываю. Так, добавлю лимонный сок и все пропюрирую. Переливаю обратно в сковороду, так как в сковороде площадь испарения выше. И мой мармелад приготовится быстрее. И опять отправляю на плиту, ставлю на троечку, ну, на последующие примерно для начала 40 минут. Обратите внимание, как себя ведет масса. Я температуру даже с тройки ушел на 2,5, потому что такое ощущение, как будто вулкан играет со славой. Поэтому будьте очень внимательны, ни в коем случае не добавляйте температуру, иначе такой плевок может оказаться у вас на руке, и вы получите термический ожог. Поэтому очень осторожно. Время от времени массу обязательно помешивайте. Прошло 40 минут, я снял свою массу с огня, и теперь я ее протру через мелкое сито. Делаю я это вот таким образом. Вот обратите внимание, это все, что осталось в сите, это такие небольшие мелкие крупинки, которые встречаются в айве, и они довольно жесткие и очень неприятные. Поэтому я их из моей массы удалил. Теперь я массу отправляю опять, примерно опять же минут на 40. По истечении последующих 40 минут мой испанский мармелад готов. И теперь я его буду перекладывать в формы и остужать. Формы я подготовил заранее, обтянул пищевой пленкой и закрепил резинкой. Ну и чтобы масса не заветрилась, я ее накрываю пищевой пленкой. И убираю в холодное место. Наступил второй день, и пора снять дегустацию с нашего испанского мармелада. Очень хорошая плотная структура. Ну, сразу я попробую так, как я его планирую есть. Возьму-ка я немного австрийского сыра. Ну вот как-то так я себе это представляю. Сейчас я его заценю. Что я могу сказать? Мармелад очень хорош. То есть такой мармелад отлично подойдет к сырной тарелке. Если у вас по какой-то причине не окажется винограда, чтобы нейтрализовать последующий сорт сыра, который вы будете есть, то именно вот этот мармелад может хорошо сыграть эту функцию. Очень вкусно. Испанцы молодцы. Ну, осталось мармелад только распаковать, перепаковать и убрать в холодильник. Я думаю, что такой мармелад, в принципе, он может храниться, ну, спокойно месяцев 6. Для меня это не что иное, как варенье, только густое. Именно вот так он будет храниться у меня в холодильнике. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, оставляйте ваши комментарии на моем канале, ставьте лайки. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!